Кощей канал. Кощей. Ахахахахахахах, боже, я сейчас кричу от смеха, Илья, ты серьезно? Удалять канал из-за того, что аудитория, которая посмотрела два моих ролика про тебя, поняла, что ты неадекватный? Боже, ахахаха, а кто доводил меня до истерики три раза? Из-за кого я во вторник стояла с ножом в руках, думая, где бы руку порезать? Правильно, из-за тебя, лол. Я вчера даже хотела запустить стрим после школы, где я шла на крышу нашего дома и прыгала вниз у всех на глазах. Но я продолжаю жить, я не хочу и не собираюсь бросать своих солнышек и лучших друзей с второй половинкой. В жопу мне это усралось. А ты ноешь из-за хёйта, ты вообще норм? Хотя нет, даже не говори ответ. Я уже знаю, что ты не норм, ахпхох. И типа лол, ты показал мне с Ксюхой себя с плохой стороны, именно поэтому от тебя и отвернулись. Можешь меня еще больше ненавидеть, но скажу тебе кое-что. Ты ненормальный агрошкольник, который даже аргументов предоставить не может. Типа чел, у кого-то были очень серьезные причины на удаление канала или ухода с него, а ты из-за какого-то хейта. Боже мой, ну ты, конечно, меня удивил. Тебе даже лень норм развиваться в рисовании и норм контенте. Лишь черный фон с белым текстом и какие-то непонятные коты, которые похожи на сосиски. Как бы давай ты почувствуешь себя в моем теле и поймешь, как мне херово. Кстати, во вторник ты меня вообще шизанутый сделал, потому что я слышала крики наверху, которых тупо не было. И тебе, как я вижу, похуй, ведь ты это главный объект внимания. Именно тебя должны все слушать, да? Ведь ты единственный человек на планете, а все мы лишь обезьяны рабы. Ты реально задрал со своим мытьем. Просто много дизлайков под видео. И меня никто не любит, и я никому не нужен, я удалю канал, и. У аниматоров под видео может быть более 20 тысяч дизлайков, и они забивают на это хрен. А ты ноешь по типу, ой, у меня нет защитников, ой. А у таких больных первоклашек, как ты, они должны быть. Это нытье надоест каждому. И также, как говорила горчичная звезда, ты натравляешь на невинных людей своих подписчиков, ты ими, как я поняла, пользуешься. Что подтверждает тот факт, что по твоему мнению ты король, а мы все твои рабы, чел, это неправильно. В мире нет твоих рабов, и ты не должен всем ныть. Окей. Я знаю, что у аниматоров есть такая штучка, как вент-анимация, где они показывают, что у них было. В основном из вентов я видела, где аниматоры жаловались, и их поддерживали. Но против этого я ничего имею против. А когда подобные хреновины, как твои жалобы на несуществующие проблемы, выходят в несколько раз больше обычного контента, это уже бесит.